Во Владимирской области продолжается сезон активности опасных насекомых. За прошедшую неделю в медицинские организации обратилось 79 человек по поводу присасывания клещей. Среди них 20 детей. При этом случаи заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрированы. Что же делать, если вас все-таки укусили? Самое главное – это не паниковать. Клеща нужно осторожно вынуть либо маленьким пинцетом, либо специальной ручкой-глазом. Причем, чтобы вынуть клеща, его надо крутить против часовой стрелки, аккуратно прихватив не за брюшко, а за место, где растут лапки. Дальше место укуса нужно обработать мыльным раствором, а после – не спиртосодержащим антисептиком. В случае, если место укуса покраснело, поднялась высокая температура, врачи настоятельно рекомендуют обратиться к инфекционисту. Если же вы хотите перестраховаться и еще до появления возможных симптомов отдать клеща на анализ, то необходимо сохранить насекомое живым.